В норме.
320 секунд. Давление в камере сгорания в норме. Есть запуск рулевого двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателей второй ступени. Прошло отделение второй ступени. Сброс головного обтекателя. 360 секунд. Параметры конструкции в норме. 370 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво.
выведен на суборбитальную траекторию. Репортаж на запуске космического аппарата «Электро-Л номер 3» окончен.